Масштабные праздничные мероприятия прошли на перевале Гумбаши, аула Верхняя Мара, посвященные Дню Возрождения Карачаевского народа. Множество различных конкурсов с национальным колоритом и яркая концертная программа порадовали всех участников праздника. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. По-настоящему народный праздник на перевале Гумбаши собрал тысячи жителей республики. Всех присутствующих ожидала интересная и насыщенная программа с национальным колоритом. День возрождения карачаевского народа – это праздник с некой горечью. Так как мы вспоминаем здесь тех, кто не вернулся с мест депортации, и я уверен, что подобные праздники сохраняют память о тех событиях, которые навсегда останутся в истории нашего народа, отметил глава администрации Карачаевского района Спартак Кушетеров. Мы должны помнить эти даты, эту несправедливую, несправедливое решение тогдашних властей, Аллах им судья. Но мы должны это все помнить, передавать нашим детям. Сегодня праздник новый с горечью, потому что мы вспоминаем тех людей, которые не вернулись в Средней Азии. Один из интересных конкурсов – разделывание тушки барана. Здесь необходимо не просто быстро отделить кожу барашки, но и правильно распределить ее части между мужчинами и женщинами в соответствии с обычаями карачаевского народа. В итоге победу одержал житель из аула Верхняя Тиберда Рашид Тикеев. А здесь уже проходит командное состязание по приготовлению мясных очинов. Увлекательными соревнованиями для девушек было понесение воды с коромыслом и правильное пеленание ребенка в люльке. Помимо этого, для всех собравшихся музыкальными номерами порадовали артисты отдела культуры Карачаевского района. Гвоздем соревнования стал конный пробег на дистанцию 37 километров, где приняли участие 59 всадников из разных регионов Северного Кавказа. Призовой фонд данного состязания – 500 тысяч рублей. С самого утра всадники преодолевали длинное расстояние по горной местности. Я за гриву твою, как за крылья схвачусь. Ты на берег взлетишь из бурлящей реки. В итоге первое место и приз в размере 250 тысяч рублей выиграл житель из села Важное Хусей Мирзаев на жеребце «Сармат». Серебряным призером стал и 120 тысяч рублей получил всадник из Кисловодска Руслан Гучаев. А третье место и приз 70 тысяч рублей получил выходец из аула Верхняя Мара Шамиль Кушетеров. Помимо этого на празднике были представлены более 100 традиционных блюд и напитков карачаевской кухни. Алихан Лепшоков, Медина Джанкезова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, перевал Гумбаши.